Ребята, я знаете, что думал? Мы ведь танковую академию никак отсрочить не сможем, когда 8-й левел будем покупать. Она сразу выполнится. Ну так нормально. Может и нормально. Мне кажется, да. Так, ну я одного уже покоцал. Классно, я рад. Второго тоже убили. Это 20 взводных были, чтобы вы понимали. Легенды глобальной карты. Между прочим. У них 2.45 ТП не светилось, а насколько я помню, у этого танка 320 альфы или 300 альфы. 320, все верно. Ну, лично я рыбачу, но все равно. Ну, 320 альфы это много. Дин, давай я подскочу и буду их ренегить. Давай. Ты из 2 дашь, шотик? Нет. Из 2 никак не дам. Я попробую его убить. Давай. Взорвал. Каток встал. Давай, я убиваю. Стоматик заработал. Да, лучше бы он не работал. А у меня ноль у тебя урона. Причем? Потому что у меня ноль урона. А-а-а. Да. Наконец-то. Там КВ-2 не кидает, не хочет. Пробития нет. Когда же он выстрелит-то, а? Когда? Я тут прям вообще дыракулю. Вот а зачем меня чел толкает? Парни, ну хватит всех убивать, пожалуйста. Тебе больно? Не, мне больно от того, сколько у вас урона. Блин, там Е20. Нет! Нет, HTC! Чичело, просто чичело. Нет, вот HTC! Ездит и толкает. Я не знаю, зачем он так делает. Широко. Да не бегайте, умрите все просто! Просто умри! Я не пойму, он КД. Сдохни во имя меня. А куда КВ-2 уехал? В спину? Выпустили. Обалдеть. КВ-2, ко мне. Ладно. В принципе, вы можете вот это зацелить, я вам сейчас дам инфу. Давай. Делай. Я сейчас на трубы могу посветить. Встать. Давай. Давай. Сейчас включится. Включились. Я 25, я 25, я 25. Вижу. Не пробиваю. Я вообще другого кого-то выкинул. Я не попадаю. Так, вам привет от дрифтера. Здорово, дрифтер. Дрифтер, я его на каток поставил. Так, у нас и 25 ворвался. Но походу проиграю сейчас ПВП. Возможно. Не исключено. Я не пробил свою Е25. Заберешь его? О, у меня двигатель выбил. Ха-ха, как хорошо. Вообще в красный. Меня развернуло, конечно, с первой пички. Класс. Люблю. Их там двое стоит или один на кемпе? Один, скорее всего... А. Ну, один на кемпе, скорее всего. Окей, понял. Я светить поехал. Давай. Плевать, что у меня тяж. Пробую СУ-8 забрать как-нибудь. Давай, попробуй как-нибудь. Попадание. Набрал.
Хорош, еще, блин, два танка пересветить надо. Еще не так-то легко. Я 25 стоит, у тебя в упоре. У меня в упоре? Ну да, где-то, да я думаю, да. Ну если что, я базу беру. Да, я думаю, тебе лучше брать. Я просто не доеду до них, я ж чашами меня пересветил. Тебе бы вот здесь просто встать бы посветить их. Я вот уже встал. Я свечу вот тут. Стреляют. Да, стреляю. Пять. Так, ну норм. Так, я поехал потихонечку. Ну, один двушотный. Захват выиграем, если что. Что там делает? Не знаю. Я не знаю. Спина супер халкат. Я не поднимаюсь, ну. Мира, у тебя все нормально, ты посмотри на свой. А, и там Т-34 на этом же фланге. Ну, я 25, у них ваншотные обе. Если у Хелката убьешь, но захват останешь, они ничего потом не сделают. А, Т-34 фуловый, блин. Там Скорпиончик у нас поехал за едой. Ага, я на захват встану. Тут просто понять... Могут ли Е25 этого подсветить? Ладно. Попробуем. Просто Е25 непонятно, он вообще убьет там кого-нибудь, не убьет. И Т-34-85, я так понимаю, поехать вообще никуда не хочет. Так, ну, такое. По идее, его должны засветить. Нир, Кайте, ты чё? Ой, отлично. Кайчу? 4000 урона. Да, я даже похлопаю. На 6 уровне. 4к дэмэджа. Ну ты идешь на рекорд, мне кажется, по-моему. Там 1700 будет, по идее. И очень сильно. Батяю, заработаю! Не, ну это как бы лайк. Это как бы достойный лайк. Это как бы прям офигеть. Это как бы да. 1640. Нормально. Хорош. Блин, я вот думаю, применять ли X3 или не применять. Естественно. Да нет, зачем? Зачем? Рекордный бой был. Все, он нужен.